Что ты теперь скажешь после боя? Что подготовил, что смог, то и показал. Я согласился по его правилам драться по ММА. Два раза изменили сроки, изменили дисциплину со стойки на ММА. Если он считает себя за мужчиной, пусть выйдет в стойке со мной и покажет, что он может не только бороться, но и боксировать, бить руками и ногами. Но в стойке я его уверенно перебью. Борьба это не мое. Твое мнение о Мураде после этого боя изменилось ли? Он в любом случае красавчик, что вышел на бой, показал вот это зрелище. Честно сказать, я думал, он намного слабее. Я думал, мне будет намного легче с ним справиться. Я реально удивлен вот его показателем, который он смог показать здесь. Молодец, что могу сказать, красава. Достойный бой, достойная победа. Спасибо тебе большое, Игорь.